Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Приехал я в горы на мотоцикле. И сейчас мы пойдем в интересное место. Пойдем сквозь тайгу, буреломы, завалы к скалам. Оставайтесь со мной. Наше путешествие начинается. Идем. Вот посмотрите, друзья мои, девственная уральская тайга. Идем, продолжаем идти. Идем, такие завалы преодолеваем. Идем без тропы, напрямую. Но тут тропы нету. Нет сюда тропы. На эти скалы мало про них кто знает, но дойдем, я вам их покажу. Так вот, какая красота. По интуиции иду, должны выйти. Такая красота. Подошли мы к скалам. Это ближние столбы. Но нам надо ниже спуститься на другие скалы. Будем искать. Вот они. Ближние столбы, стена отвесная. Ну вот, друзья мои, подходим мы к этим скалам. Чем они интересны? Ну, вы лучше увидите. Сейчас мы будем на них подниматься. Покажу панораму. И что-то там есть интересное. Я 2 года назад был. Если этот знак я увижу, интересный знак на скале, артефакт, я вам покажу. Шумит тайга. Ну вот, друзья мои, первые скалы. Посмотрите, какие они. Красота. И вот я сейчас вам покажу интересную загадочку. Видно, нет вам ее. Но сейчас сосну покажу. Вот сосенка растет. И вот. Я сейчас приближаю. И мы рассмотрим все. Смотрите, какой узор в камнях. И вот ниже волны застывшего моря. Сейчас еще приближаем. Сфокусировалась. Так вот. Ну вот уже почти вершина. Маленько задышался. Посмотрите, какая красота. Сосна такая.
Да. И вот и все. Волны. Видите? Вот такая у нас красота. Оставайтесь с нами. Мы сейчас будем панораму снимать. Покажу обзор. И дальше пойдем на другую скалу. Всем привет! Мои друзья, мои зрители. Мы в горах. Вот, друзья мои, снимаю панораму. Вот это вот скала. Ближние столбы. Вот такая наша уральская панорама. Вдали заснеженная гора Имантау. Вот она. Вся в снегу. И вот так. И тут наши уральские горы. Смотрите, какая красота. Сижу я на обрыве. Веду быстро. Но тем не менее. Любуемся. Нашей красотой. Вот, друзья. Продолжаю снимать. Переместился немного. Посмотрите, какая высота у нас. 30-40 метров. Вот такие наши горы. Вдали Еремель. Батюшка Еремель. Шикарная панорама. Но неудобно сидеть на обрыве. Вот, друзья мои, наше путешествие продолжается. Сейчас мы пойдем вот на эти скалы. И вот на крайней скале есть какой-то знак. Видел я его. На фото его хорошо видно. Попробуем рассмотреть. Идемте. Идемте, друзья. Идемте. Сквозь россыпи. Идем. Налюбуюсь я на эту красоту. Хочу и вам ее подарить. Посмотрите. Много фото делаю. В конце видео приложу. Посмотрите. Идем. Вот, друзья мои, подошел я к этому месту. Вот этот палец стоит. И вот я сейчас вам покажу. Ну, вы сами подумайте. Вот какой-то, как мне кажется, вот какой-то как будто знак. Вот смотрите. Вот. Вырубленный. На видео. Не знаю, мы его увидим, нет. Но на фото вот он отчетливо виден. Я сейчас подойду еще поближе. И сниму с другого ракурса. Вот видите, какая выемка.
и большая пещерка. Можно здесь от дождя прятаться. Человек 5 поместится здесь. Ну, друзья мои, подошел я. Стоять неудобно. Стою на камне. Вот видите, вот из-за чего я пришел сюда. И вы со мной. Это, конечно, природное образование. Видите, эрозия камня, но тем не менее. При фантазии можно много разглядеть чего. Еще внимательно посмотрим. Покажу вам издалека. Ну, он метров 15 скала. На нее не подняться. Только пики. Пройду сейчас еще немного. Покажу вам панораму. Вот сейчас сказал пройду и покажу панораму. Ну и сам удивился своим словам. Как будто по бульвару пройду. А тут вот не бульвар. Лезу, цепляюсь по камням, подтягиваюсь, ну иду. Вот гора, большой Кумардак, хорошо видно ее отсюда. Ну, будем возвращаться назад. Посмотрим еще что-нибудь. Оставайтесь со мной. Погуляем по бульвару, по Уральским горам. Ну, спасибо, друзья мои, что были с нами. До свидания, горы. До свидания, скалы. Возвращаемся мы назад, впереди тайга. Вот такие буреломы. Мы пройдем. Всем пока. Всем мира и добра. С вами был Владимир. Пока-пока.